Всем привет, с вами Слай, сегодня поиграем в SkyWars Insane, мод на сервере mchypixel.net. И что же, давайте начнем. Итак, мы играем вот на такой оранжевой карте, давайте собираем наши ресурсы, осталось 5 секунд до начала, играем мы в моде Insane, как я уже говорил. А значит, сундуки будут хорошими. Собираем вещи, здесь есть меч на sharpness, на самом деле не самый лучший. Есть лук, Power 3, да, Power 3, обожаю такие луки. Они очень сильные. Когда они такие попадаются, я обычно выигрываю. Так, меч на шарпнес нам понадобится сейчас. Ну же, первый слот, уходи. Одеваем ботиночки, нам не хватает штанов. Хорошие штаны нам точно сейчас не помешают. Строимся к нашему соседу. Ну же, есть ли у него меч? Да, у него есть меч. Алмазный. ПВП, ПВП, ПВП. Все, за ПВП шли его. Берем его меч, он будет все-таки получше, чем наш. Также у него была удочка. Блоки зачем-то выкинула. Зачем я выкинул блоки, ответьте мне. Все, блоки вернули. Еще у нас есть поушен регенерации. Даже два. Нет, три. Три поушена регенерации у нас есть. Замечательно просто. Обожаю Hypixel, потому что здесь вещи достаточно хорошие всегда. Нам встречаются. Идем на миду, осталось 5 игроков. Мы одного из них убили. Так, сундук пуст. Да, сундук пуст. Прям на миду, там есть какой-то игрок. Так, вот неплохие вещи. Ну уже, куда он побежал, а? У него реген был. У него не полный хп. Поэтому куда-то побежал. Упал. Молодец. Кстати, нам дал скилл. Так, второй взорвался. Серьезно, они просто умирают сами по себе. Думаю, вы играли в игрушку Лемминги. Собственно, раньше была на Яве такая игрушка. И еще на PSP-шке. Так, за геймер уходи. Нам ты совсем не нужен. Давай, за геймер. Go home. Ну уже, уходи. У нас есть лук сейчас хороший. Очень хороший лук. Так, он заюзал регенерацию точно. Ну уже. Уходи. Ну а на этом все. Всем спасибо за просмотр. Вот мы и выиграли наконец-таки. Не забудьте посетить мою группу ВКонтакте, подписаться на мой канал и оставить хороший комментарий под данным роликом, а также лайкнуть его. Кликайте по аннотациям, чтобы посмотреть другие видео. Все. Всем пока.